Водитель Мазды на выезде из Красноярска влетел под грузовик. Смертельное ДТП произошло сегодня днем. Мужчина на иномарке, по предварительной версии, не справился с управлением на скользкой дороге. Он выскочил на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки скончался на месте. Чтобы достать тело, понадобилась помощь спасателей. Сейчас полицейские выясняют все подробности происшествия.